Итак, друзья, по просьбе Вити Афонина взял универсальный выключатель, так называемый. На столе вы видите вот Arduino, тут подключено светодиоды, 4 светодиода, 4 кнопки для включения и выключения и один общая кнопка для выключения. Работает таким образом. Раз включили, можно и выключить. Второй включили, можно выключить. Третий тоже. Четвертый тоже. Можно включить, отсюда выключить. Можно раз, два, три, четыре, все выключить. Так, выключить. То есть при помощи кнопки общего выключателя, если есть какие-то кнопки, если есть какие-то светодиоды включены, можно общий выключить. Любой, если один даже, тоже так же можно выключить. Вот таким образом работает. Я, правда, здесь использовал вот OLN 2003 для коммутации светодиодов, но этот... Можно там релеушки подключить, там что угодно подключить и управлять нагрузками разными. Не только лампы, а разные нагрузки. И схема и скетч будет на моем сайте arduino.prom.ru. Ссылка на страницу будет под видео YouTube.